бежит! Бежит! Быстрей! Быстрей! Ой-ой-ой! Пацаны, мы красиво с вами легли. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Радекс, Гусанёк, Пика, пацаны, поздоровайтесь. Всем здорово. Привет. Всем привет. Ребятушки, картов на в 2, самая топовая рубрика на моем канале, аниматроники пугают охранника. И у нас будет пилпаки игры Security Breach. Если вы тебе приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Ребята, не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал, ролики выходят каждый день, и написать какой-то креативный комментарий, подбадривающий. Так, смотрите, вот он на камере, я его вижу. Это он решил нам танец. Сегодня у нас ролик, где все танцуют. Ой, я его слышу, он на всю карту слышно его. Прикольно. На ней легко ездить? Ну, бывает неуправляемый и управляемый. А мы едем на тележке с охранником. Ребята, это класс. Сейчас аниматроник, офигеть, ой. Сдаем задний ход. Ушел. Он сегодня очень добрый, ребята. Такие подписчики, такие аниматроники. Давай. А мы, интересно, сможем проехать в этот вентиляцию? Сейчас будет угар. Ой. А чё с... Стой, телегокс. Да она почти неуправляемая. Ай, блин, не за... А можно? Можно. Ай, ребята, мы вентиляцию на тележке катаемся. Передние колеса вообще поворачиваются? Он обходит. Ой-ой-ой. А что с нами? Ой, я сквозь карту провалился. Все. Ну, твою тележку в одно место. Не, я буду выживать так. Так, где аниматроник? Где он вообще ходит? Давайте поклацаем. Он за мной бегает. Мы же, если что, сразу прячемся в этот. Кибитку нашу. Так, я клацаю камеру, его нигде не вижу. Не знаю, где он. А он тут. Он в главном зале, может быть? Так вот он идет. Дима, вот он идет. А. Я везде клацаю. Так, заходи быстрей. Заходи, закрывай. Вот это он гигантский. Жалко будет. Да. Монти. Шмонти. А он ничего не говорит или может разговаривать? Да он дверь открыл ногой, что ли? Он что, может так делать? Это я случайно. А, я думал, нифига себе он мощный. Ушел, пацаны. Обиделся на нас. Все, выходи. Нифига себе она открывается. Блин, ты что, у нас за веселье и угар сегодня. Так, давайте посмотрим, где он идет. Я думал, что где-то вот здесь он сейчас ходит. Должен в этом коридоре идти, по идее. Рокси идет. Так, ходит. Внимательно. Бежит! Быстрей! Ой-ой-ой! Пацаны, мы красиво с вами легли. Прикольно, бах, и все свалились. Все, ушел, давайте опять смотреть по камерам. Блин, ну не успели, так бывает. О, идет. О, Фредди. Фредди идет. А он не убивает, да? Да. А, это он добрый. Пока... Он же по канону добрый. Ну да, он ничего сделать там не может. Ну ты щенок, я ему по пупе как раз. Настолько они гигантские. Все, убежал, обиделся. Я валю. Мне кажется, он сейчас в другого превратится. Такой звук прикольный. Вот он идет, пацаны. Нормально. Опять к нам идет. Или это он уходит? А, вот он, да. Бежит. Он же не убивает, вы сказали! Так в смысле? Это какой-то... Это неправильный Фредди, ребята! Да ну мы подались, да, специально? Ух, ты классную нычку нашел! Он тебя не увидит. Он тебя не увидит там. Все, хорошо. А как ты туда залез? О, я радио нашел. А ну я смотрю, как ты залазишь. Во, отлично. Идет. Быстрее, калитка! Да блин, дверь какая-то оголимая. Он не увидел тебя? Офигеть, класс. Давайте я попробую так залезть.
Мне даже интересно, у меня получится? О, он... Как ты залазил? А там без контрола. На краешек надо встать. С этой стороны? Да, да, еще, чтобы ты выпрямился. А я сейчас не выпрямленный? Нет. А я вот два от первого лица сделаю. О, все. И... Смотри, если что... Нажимая... Ну, короче. Ну все, прощай! Быстрей, быстрей, быстрей! Все, не увидел. Отлично. Хорошо, что на спине глаз нету, или там, как говорят. Подсрачный канал! Я успею, я успею! А! Блин, да я тоже поддался. Ну хоть аниматронику Построча дал. А где третий? Я не вижу его. А вот, все, все есть. Да как ты читеришь? Как ты так запрыгиваешь? А, бежит Монти. Есть, отлично. Его дверь замкнула. Ушел, 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 не увидел. Щенок! Не убьет, не убьет. Он не пролазит, жопа толстая, подкармливал хвостяры свои жирные. И не может пролезть теперь. Все, ушел, ушел, ушел. Я хочу еще аниматронику раз Построча дать. О, ребята, все, смотрите, что я сделал. Отлично, отлично. Я убежал. Все, удалил портал. Закрывай, закрывай. Закрывайся, дверь. А быстрей, 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 быстрей. Ух ты. Нормально ты его жахнул. Пойдет. Так прикольно ржет. Я удалил, я удалил. Я знаю, что может зайти. Ух ты, нормально вы там гасите. О, идет, идет, идет. Ух ты, так ты меня убил, блин, через портал. Да ладно, это реально? Ой, ой-ой-ой, я валю, я валю. Я успею. Стой. За мной бежит, пацаны. Она меня не найдет, я заныкаюсь. А, блин. Да что ты будешь делать, увидела меня. Если что, перепрыгни. Аккуратно назад. Сломка. Так, пацаны, готовимся еще раз. Видите, даже след от пули остался на текстуре. Сейчас взорвется все сами. Это перепрыгнул. Стоит, стоит за углом, я вижу. Стоит, стоит, пацаны, я через портал вижу все. Сейчас сделаем по-другому. Нема, нема никого. Все четко, пацаны. Это хорошо, что все четко. Да, я все вижу, пацаны, я буду вам говорить. Идет! Идет! У нас заминировано. Типа. Поломанная Рокси. В дверь. Беги! Беги! Ой-ой-ой-ой-ой! Успел! Ай! Так ногой что ли убил? Чем он там убил? Ты зараза! Стоять! Ай, не бей, не бей, не стреляй! Ай! Я успел ударить вроде бы. Вот это поломанная Рокси. Опа, Монти, Монти пошел. Поломанный Монти, Монти ползет. Пацаны, будьте осторожны. Он убивает или нет? Да, он убивает. Много урона. Давайте уже в дверь. Он пополз в другую сторону, пацаны. А, он пополз, там мина, если что. Если что, мы через портал убежим. Так, никого нету. А я вижу себя. Где он там? Он в левой вентиляции. Я понял. На пол плохо, нельзя стрелять. А вот, можно на пол стрелять. Да, мы сделали вечную ловушку. Да на тебе картошку. Он там внутри был. Убил. Убил нашего. Бегите. Ай, мы застряли. Мы застряли. О, нормально, нормально ты его откинул.
Ой, ой, я сквозь текстур. Ой, я на лампочках, что ли? А это законно? А ну тут можно. Чинг. Чинг. О. Прикольно. Все, теперь аниматроник попадет в этот вечный портал, и он не сможет там пройти. А он выберется. Ты думаешь? Ай, блин, обошел! Обошел! Нет, я успею, я успею, я успею, все, меня не убьет. Отлично. Да как он в портал не попал? Потому что он слишком огромный. Так, я его по камерам видел. Так, мы здесь поставим портал, чтобы увидеть. Он идет, пацаны. Я ударил портал на всякий случай. Так, а где он поставился? Ничего не видно. Есть, я удалил. Я удалил, пацаны. Это было красиво. Это было на скорость. Так, уходим, уходим, уходим. Все, он пришел. Ой. А давайте его помочим. Слышь ты, Бармалей, иди сюда, мы сейчас тебя будем стрелять. Мочите его. Его шары не убивают, что ли? Убивают. Убивают. Вот, 2000 хп. Мы должны его убить, пацаны, давайте его добьем уже. Где мое РПГ козырное? Так... Я знаю, чем надо его убить, пацаны. Отойдите, отойди. Я же говорю, отойди. Он не пройдет. Он чем не подходит? У тебя что, не подсвечивается экран? Не подсвечивается, я просто это... Я думал, он не заденет. Радиус большой. Так, я вижу, он там, он там. Отходи, отходи. Мы не должны ему дать пройти. Мы должны его по-любому замочить в этой серии. Ну, 100%. Интересно, через вот портал не... будет убиваться? Тим, бери коробки. О, а чё, у нас коробки были разве такие? Конечно, нам же завезли на завод. А, я понял, это в Entity находится, да? Да. Мы его убили, да, вроде бы? Не, он там же живой. Просто там стоит. По камерам. А ну давай, давай, чекать по камерам. Отходи, да, будем весь там... коридор застреливать, отходи. Он там стоит, вот, смотри, Тим. А, нет, все, он ушел уже. Все, он не пройдет к нам. Пацаны, мы так должны сделать, чтобы он не прошел. Если, короче, мы сейчас 2 минуты выживаем, мы выиграли. А он, по идее, может прорваться. А надо сделать длинный коридор очень. Отходи, отходи, мы будем в длину его делать. Вот так вот. Ай! Ой. Ну молодец, ну сразу видно, играя какие. А, он застрял, застрял. Он не может, да, пройти? А, иди сюда, Диман, на камере видно прям. Два ящика, отлично. В ящике да, 50 вот штук, его... отлично. Стреляй, кидайте, кидайте, кидайте гранаты. Ха-ха-ха, давай, бывает такое. А, кидай, идет, кидай, он кидай. Он не пройдет, пацаны. Он пройдет. Не пройдет. Не пройдет, не пройдет. У него жизнь не кончится, скорее всего. Я не вижу его никнейм, а никнейм было бы видно его. А он там прошел по-быстрому. Ой, хорош, откидывай его. Ты что, я уже кинул туда 20 гранат. Стреляйте, стреляйте. Так, уже 40 секунд прошло. Еще минута 20, и мы выиграем. Он должен нас не победить. Кидай, 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 кидай. Много кидай, кидай. Так, минута прошла, еще минута, пацаны. И мы выиграли. Минута. Все, мы разозлились. Смотрите, не может реально пройти никак. Вот это я там накидал гранат. А! Ну все, я разозлил. Ну что, получается, он нас выиграл, что ли? Вы его убили. Ну ладно, он выиграл, пацаны. Это тот ролик, когда реально аниматроник нас выиграл. Блин. Да ну как? Он же должен был через коридор пройти. Если вам понравилась эта серия, и она вам подняла настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну, всем отличного настроения и всем пока!